Всем привет, с вами Слава. Сегодня мы поиграем в Mortal Kombat, опять лагает. Вот. Я уже начал бой, в общем-то. Против нас Лю Канг, Саб-Зиро и еще Инферно Скорпион, по-моему. Вот. И сейчас мы попробуем затащить. Ну что ж, посмотрим. Мы играем за призрака Ермака, Бог Гром Рейден и Огненные Кулаки Лю Канг. Вот. Сейчас. Так. Получай, Лю Канг. Неплохо, я ему по щам даю. Окей, как раз истощение понадобилось. Так. Ой-ой. Тихо. Я боюсь только вот чего. Давай. Чего не используют? Да, странно. Давай. Приманка. Теперь получи по приманке. Вот тебе за то, что ты сделал свою приманку. Сдохнет уже. Ой-ой. Да ты задолбал. Фига он, блин, просто выносит моих... Тупо его вынес просто, и все. Нормально. Вообще нормально. Так, вот у меня уже тут энергия-то закончилась. Вот. Сейчас мы поиграем теперь. Да ё-моё, да не закунзиню. Да скорбную китану. Одержимый. Так, нет. За Кано? Нет. За они и Саб-Зиро. Вот так вот. Я хочу, чтобы просто слабые игроки попадались таким образом. Ну, ничего себе слабые. Я бы сказал. Ну, мы сейчас попробуем их победить. Вот. Сейчас мы я накоплю 30 тысяч, и мы откроем еще одну серебряный набор, в общем-то. За 30 тысяч, который стоит. Сейчас мы, как всегда, победим. Вот. Этот скорбная китана попалась мне в наборе за 120 душ. Я копил, в общем-то. Также мне попался за 120, блин, быстрее. За 120 этот. Да господи, что такое? Также мне просто одержимый Кенши. Я себя на выносит, кстати. Так добил. Вот. Также в наборе за 120 душ попался мне призрак Ермак, причем два раза. Вот. Еще мне, то есть мне попался два раза Ермак призрак, я их соединил карточку. Скорбная китана. Потом, сейчас посмотрю, кто еще же у меня был. Держимый Кенши. Вот. И все.
А вот уже карточку огненные кулаки Люкан я выиграл в этом. Сейчас посмотрю, как называется-то. А, вызов Люкан, где? Вызов Люкан написано, вот. Также я выиграл карточку Рейдена. То есть тоже вызов, по-моему, Рейдена, что ли, был, вот. То же самое. Мы выполнили, кстати, бонусную миссию одну. Отлично. Уже 81 душа. А когда я буду открывать набор из 20 душ, я все это дело сниму, в общем-то. Сейчас мы сыграем еще один. Наверное, бой. Ничего себе. Чернокнижник Куанчи, Инферно Скорпион, Люкан. Но уровни у них не такие высокие. Вот. У меня у самого-то вообще. У Китана не такой уж высокий. Китан у нас 22-й, по-моему, уровень, да. Давай, сейчас мы... Давайте сейчас мы вынесем этого чернокнижника Куанчи. Не надо меня бить. О, мы его убили, кстати. Интересно, если мы его убили. Вот сейчас я убью, он воскреснет? Да. Не воскрес! А, не воскрес, не воскрес. Отлично. Куда побежал Скорпион? Все, Саб-Зиро добил. Вот. Так, блин, не хватает еще. Значит, еще один бой сейчас сыграем. Так, так-то. Вот целебные травы дали, прикольно. Для Саб-Зиро. Отлично. Еще один бой. И откроем серебряный бой. Нифига себе. Ага, внешнего мира. А из внешнего здесь никто. Так, Скорпион. Он для единоборств. Бог Рейден, понятно. Он 20% при смене на него снимает противнику своими молниями. Понятно. Все в этом понятно. Так. Надеюсь, что я сейчас выиграю. Вот. Сейчас мы все сдуем. Получай. Ничего ты не дохнешь-то. На палку так поставил. Странно, а чё у него... Ай, фак. Я не понял, почему он бьет, а я когда бить буду? Просто их сливаю. Тех троих. Давай, давай, всю кушку, какашечку использую. И на палку тебя подвесить. Ай, ё-моё, неудобно как. Хотел Саб-Зиро добить. Но не успел. Ну ладно. Так, далее. Магазин. Да где магазин? Точнее. Вот же магазин. Что-то я туплю. Так. Купить. Что же у нас попадается? Спецприем опять.
бронзового ранга. Сородич Камелеона. Ну, у меня рептилия есть как раз, кстати. Ермак! Ура! 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 Просто мне осталось, то есть, смотрите, у меня есть все из... Сейчас, в общем, покажу. У меня есть все серебряные карты, смотрите, все. Теперь и Ермак даже есть. Только нет вот одной карты. Джеки Брикс. Вот ее только нету. Вот. А так отлично. Ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Потом я еще в дальнейшем опять буду снимать Mortal Kombat X. Вот. Ну, в общем, да, всем удачи и всем пока.